на боксерском мешке с помощью подручных средств, в данном случае со стулом, необходимо перейти к работе на груши без посторонних предметов. Так вы отрабатываете точность и силу ударов ногами. Последовательность отработки ударов та же самая, что и на подручных средствах. Сначала вы отрабатываете удар с дальней ноги, потом с передней. Отрабатывать желательно по принципу «лучше меньше да лучше». Не надо бить по груше по 200-300 ударов. Желательно ударить 20-30 раз, но правильно и очень сильно. Если вы будете гладить грушу ногами, это вам не поможет в бою. Вы должны приучить себя наносить точные, концентрированные, быстрые удары. Любой рукопашный бой скоротечен. Вы не будете бить по нескольку десятков ударов в бою. В реальном бою, не спортивном. Поэтому у вас не будет возможности